Почти 30 представителей разных национальностей проживают в Бородулихинском районе области Абай. Многие работают медиками в районной больнице. Большинство специалистов по собственному желанию переехали из больших городов в сельскую глубинку. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент в регионе Асим Утешева. Сосудистый хирург Хасан Эль-Сахар родом из Объединенных Арабских Эмиратов. В Казахстан переехал в 1992 году. Тогда же и получил вид на жительство. Вместе с женой, казашкой по национальности, решил переехать из Алматы в Бородулихинский район, чтобы улучшить медицинские услуги в сельской местности. Я работал в разных местах. Работал за границей много лет. Работал в Эмираты. И я здесь, в Бородулиха, устроился на работу с прошлого года. Здесь все делается для граждан. То есть они неподъемные, и малопроцентный кредит, жилье, все помогает. Прекрасная страна, которая все возможность, без ограничений. Поэтому здесь мне очень нравится, и я себе чувствую хозяин, как собственный вот стране. Чувствует себя как дома и молодой хирург Жират Ягана, который 13 лет назад переехал в Казахстан из Афганистана. Объездив полмира, доктор признает, что лучше всего чувствует себя в нашей стране. С каждым годом я стал больше и больше привыкать к жизни в Казахстане. И Казахстан для меня стал как вторая родина, как образовательная родина, если правильно будет говорить такое. И, если честно сказать, я больше себя комфортнее, удобнее чувствую в Казахстане, чем сейчас у себя в родине. Больше половины своей жизни я за границей живу. До этого я еще в других странах тоже жил. Ну, сравнительно, больше всего мне понравилось отношение народа друг к другу здесь, в Казахстане. В дружбе и согласии живут и селе Новопокровка. Руководитель татарского этнокультурного объединения Найля Давлетшина активно участвует в работе центра. Она вместе с мужем переехала по направлению из России полвека назад и осталась. Эта страна приняла огромное количество депортированных, согнанных со своих родных земель, именно Казахстан. Они получили здесь и крышу, и уют. И были обласканы казахским народом. У казахского народа свой определенный менталитет. Это гостеприимство. Благодаря Казахстану я получил здесь образование высшее педагогическое. Вот. У меня родились здесь дети. Сейчас растут внуки. Всего в Бородулихинском районе проживают представители 30 этносов. Местный дом дружбы объединил казахов, русских, украинцев, белорусов, немцев и татар. Все они, несмотря на разную национальность, намерены дальше сохранять главное достояние – мир и согласие в обществе. Асим Утешева, Берік Жобалайлы, Хабар 24, область Абай.